Ютубом полегче получается. Да, только на Твиче вроде с музыкой полегче. Блять, где это, мы ни хрена не могу понять, но... Просто бежал. Все разбежались. Ну, сделал через дверь, бежал куда-то. Я понял, где мы. А, ну вот, мы тогда и шли так, да-да-да, мы обратно и вышли. Блин, вперед или нет? Мы в канализации, там где выход. Я не знаю, куда я побежал, но куда-то побежал. Ты убежал куда-то, в дверь забежал и исчез. Вот. Я вернулся обратно. Вот здесь меня и сняли, вот этот мразь там здесь. Ой, кто это? Вот здесь. Это свой, блин. А, сейчас еще меня... ты меня снимешь. Чтоб я... Здесь меня это и сняли. Помните? Свои? Да. Давай, идем на Зигу. Последние закрывают двери. Давай, беги быстрее. Давай, пробегай, закрываю. Так, я в конец Зигина... не в конец Зиги, а чекну Гренки. Зига, это где подковка, да? Ну, это вот эта вот лестница, это есть Зига. Ты дверь открыл, да? Так, сзади там посмотрите, и не все толпой не туда не летите. Один прошелся, посмотрел, остальные здесь. Все, сзади чисто. Я побежал на кнопку. Давай. Знаете, что я буду бессмертным, я буду прямо у ворот стоять. Ведь машина есть, маленький уголок, я буду... Особо не выходи, Семёныч, да? Да, я за машиной. Бобёр, ты где? Ты около гелика, Семёныч? Так, я сейчас к вам прибегу. Нет, я прямо у ворот за черной машиной, за грузовиком. Справа ты имеешь в виду, да? Все, понял. Опа, блин, не все, это что, не все. О, все, вышли, мобы идут. Я прикрываю сзади, должен один сзади зареспиться, исполниться. Сначала стреляй, а потом задавай вопросы. Положил. Кинул гранату. Еще один прямо. Я ворота чекаю. Есть кто из ботов, который ходит на парковку? Вроде был. Кто на парковке? Своих нету? Есть, я. Блин, я чуть тебе возле машин... Это ты возле машины там вдали? Да, это я здесь сижу. Нет, это бот. Да бот был? Я ж ворота здесь сижу. Мы просто долго цели. Блин, не могли понять. Он тупо меня сложил бы сейчас. Так, ты где, Вова? Я возле дверей стою. Здесь еще ворот, баты есть. Где около ворот, скажи, если ты за машинами? Да, я здесь. Это ты флешки бросаешь или они? Да. Скажи, где они, справа, да? Да не ворот, я же им туда кидаю. Каких ворот? Справа? Вижу. Ты флешки кидаешь, да? О, спросил. Справа кто-то бежит, Снял. Молодец. Еще и Зики бегут. Так, Семёныч, ты где, скажи мне просто. Блин. Семёныч, ты где, скажи мне. Я в машину, вот я стреляю. Понял. У гелика. Кто это бежит, У гелика, вот. Все, кто бегает. У гелика? Это не я кидал уже флешку. Это кто стоит там около синей машины, ты? Не наши, это боты. Понял. Справа обходит. Уработал. Кидай гранату, отходи. Блин. Сейчас его взорвешь там. Семёныч, ты живой? Да. Я выхожу здесь потихоньку. Я сейчас буду смотреть потихоньку. Так, я на кнопку. Уработал сейчас. Я на кнопку поднялся. Понял, тебя услышал. Слышал или нет? Я здесь на парковке. Еще чисто. Всех уложили, что? Так, спускаюсь обратно к вам. И на вторую сторону пробегусь.
чтобы там дверей к нам не, гости не прошли. Я окно контролю. Я перезаряжаю полтора на машине. Лутайся, лутайся. Молодец, давай. Возвращаюсь к вам. Противоположный. А ты на какую кнопку еще нажал? Ты не нажимал на кнопку. Нет, нет, нет. Я просто контролил, есть там кто-то или нет. Хорошо, понял. Я здесь лежал там. Вот $1000. Вот 2 морфия, кто будет? Кто хочет обдолбаться, ребят? Оп! Здесь, где, где, где? Сверху, сверху вижу, вижу, вижу. Прямо, 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 прямо! Дерево, дерево, справа. Ну, в окне, в окне, в окне, да? Да, был на втором в окне. Сейчас закину грену я туда. Я по нему стрелял, он бессмерт. Я бегу на лестницу. Ёб твою мать. Я туда выкинул. Блин, ты чуть меня извини, не прибил. Извини. Хорошо, что я убежал, блин. Я сейчас, может, его здесь накрою. Если повезет. Граната внутри. Все, меня свалили, блядь. Кто тебя свалил? Ботинок. Ботинок? Че, они впереди там? Или слева, да. Или справа? Впереди? На лестницу противоположную подняться, он вышел с правой стороны. Но получится сейчас впереди. Как раз. Блядь! Здесь стоит кто-то. Положил одного. Наверху кто? Наверху никого нету. Только бот стоит. Одного бота положил, иду за другим. Не, я долбал, это не оружие. Положи. Блять, черт снял меня! Мразь. Где? Блять! Около лифта слева. На лестнице. Сверху сразу. Спокойствие. Это дикий был? Спокойствие. Да, дикий, да. Сделайте глубокий вдох. Глубокий выдох. Что? Алло. И запомните, эти пиздюли будут последними. Это кто? Я сейчас стою на лестнице. Я не знаю. Я просто слева около лифта. Слева около лифта на лестнице. Перед лестницей стоит кто-то. Сейчас мы потеряли соединение с античтом. С кем? С кем потеряно соединение у тебя? Да не похоже, забанили, я получил банк. Да ладно! Да ну не может быть. Беса гонишь там. Да не, мне просто было написано, что потеряно соединение с античтом. Такое. И такой, да! Ладно. Сейчас появился. Я против, отправка я. Угу. Бобёр там, короче, слева сюда, он около лифта. Слева около лифта дикий был. Там мы видим твой труп. Все, я на лестнице лежу, лута меня. Вы что вынести? Намного чего хорошего там. Ты что вынести? Мне? Да. Возьми какое-то оружие, хотя вынеси меня, пожалуйста. Я вынесу сейчас. Или броник там. Ну оружие я немного броник не прошу. Плохой, я тебе выношу бронь, я тебе выношу калаш твой, шлем и наушник. Спасибо броник. Большое. Спасибо. Сгущёночка. Сгущенку оставь себе как, ну, как благодарность. Да. Ты вкусненькое любишь, я знаю. Господи, у меня же еще этого всяческой хорошей
Лафы валяется. Блин. Жалко, что, блядь, садалка. Блядь, я стреляю в него. Ни хрена. БС-ки. Хуяру, а вон он и идет, блядь. Ну, БС-ки даже не берут его. Блядь, не знаю, что. Ну, он, короче, сверху был. Надо было просто убежать или как-то. С другой стороны надо было зайти, точно. Блин. А я всегда, блядь, как танк на них иду потом, то есть, ну. И они меня... Ну, это Рэмбо, короче, да. Чё, выходим? Да. Лутанулись и когти. Может, эти отбегаю. Парни будут еще подходить. Что да случилось? Я говори со мной. Отбегаю. А где он? Прям здесь. Слева, да? Бля, да не жар. Да я его снял. Устроена граната. Я тоже так подумал. Гранат надо было отбежать, гранат кинуть. А здесь можно выйти? Да, там вот перед нами выход. Вы каждый спрашиваете, здесь есть выход? Там же сзади на парковке и выход-то есть слева. О, ну Денис уже запомнил. Да. Вот смотри, бобер. Вот здесь. Там выход. И кстати, если нужно, вот бери разгрузку Т-10. Это моя. Просто казалось лучше, я еще немножко на 1%. Она получше, у меня броня хорошая, мишка хорошая. Вот она валяется. Так, стая, можешь положить сюда то. Ну, места нет. А? Места нема. Вот там, кстати, есть. Там два. Вот, короче, возьми, там еще два слота по дереву, по два. Ну, там нормально. Сейчас. А ну-ка, поищи, покажи, что можешь. Тут вообще тягали, сейчас я оденусь. Что случилось? Семёныч, здесь вот тоже туда думал, граната еще была, надо было отбежать, нет, я бы от него пошел. Кто кого, блин, тоже. Я здесь бушую. Опа. Все, опа. Я выхожу. Молодец, да. Идем на газ. Так, я иду тяжелым. У меня такая же ситуация, как у Вова. Его сразу же положили, и меня, как, блядь, ну я...